Именитых космонавтов со всего мира ждут на этой неделе в Минске для участия в космическом конгрессе. Среди них и уроженцы Беларуси. Петр Климук, Владимир Коваленок, Олег Новицкий. В интервью нашему телеканалу Олег Новицкий поделился своими ожиданиями от встречи на родине. Конгресс в этом больше носит такой, наверное, как-то более характер для общения людей. В общем, поговорить о космосе, о каких-то достижениях, о тенденциях его развития. И, я говорю, очень немаловажная вещь, то, что люди просто встретятся. И причем встретятся на территории нашей Родины. Я просто хочу, чтобы всем космонавтам, астронавтам, вот, кто приедет в республику, очень понравился прием, очень понравился вид города Минска, тех мест, которые будут посещать, исторических мест, или просто вот, беседы со школьниками, со студентами. Я думаю, это все получится на 100%. Я хочу, чтобы все вынесли просто позитив от этого общения именно на территории страны. 31-й космический конгресс может стать стартовой площадкой для будущего участия Беларуси в международных проектах. О новых возможностях в преддверии форума, который откроется уже 10 сентября, сегодня рассказал академик Сергей Килин. Наши ученые заинтересованы в совместной работе по нескольким направлениям. Это развитие дистанционного зондирования Земли для нужд сельского хозяйства, кадастровых агентств, для отслеживания природных катаклизмов и проекты, связанные с размещением космических аппаратов на низких околоземных орбитах и возможность пилотируемых полетов за их пределами. Есть сейчас два крупных проекта. Это давно обсуждаемый проект возвращения на Луну и использование Луны как стартовой площадки для освоения дальнего космоса и полеты на Марс. Это комплекс сложнейших технических проблем, прежде всего связанных с тем, что радиация – раз, и отсутствие гравитации – два. Это препятствует длительному нахождению в космическом пространстве. Форум соберет около сотни астронавтов со всего мира. Среди участников – космонавты Скотт Келли из США и Михаил Корниенко из России. Они изучали возможности и реакцию человеческого организма на длительное пребывание в космосе. Их совместная миссия продолжалась почти год.